Видео предоставлено сайтом online.gdz.net. Всем здравствуйте! Сейчас мы выполним задание Lesson 41, урок 41, Exercise 1, упражнение 1. Задание. Выбери себе питомца и расскажи о нем так, чтобы он всем понравился. Тебе помогут модели. Для начала давайте разберем с обозначением каждого знака. Итак, в утвердительном предложении на первом месте стоит действующее лицо, затем глагол связка и качество или объект. Для отрицательного предложения характерен тот же порядок слов, но после глагола связки мы ставим частицу not. Итак, наш рассказ будет о крокодиле. И мы скажем, что он худой по первой модели. Hey. Is slim. Он худой. Он не толстый. По второй модели отрицательное предложение. He is not fat. И третье предложение. Он зеленый. He is green. He is slim. He is not fat. He is green. Он худой, он не толстый, он зеленый. Задание выполнено. Если вам понравилось данное видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.